Так, ну давайте баги. Баги возьмем. Коль у нас девчонка сидит. Машинки, пусть розовенькая будет баги. Так, все, поехали. Поехали на баги. Будем бить рекорды. У нас, кстати, двойные монетки, не знаю, нет, не было рекламы. Поэтому двойных монеток не будет. Так, почему я взял на баги именно? Потому что у меня максимально тут на баги приезжал. Хотя, посмотрим, что у меня тут. А, зато есть сундучки. Попробуем 10 уровня сундук собрать. Блин, что у меня колеса с ускорением, да? Ставят, ну ладно. Да, ну прикольные колесики. Так, первый сундук есть. Сейчас будем потихонечку делать сундучки. Надеюсь, там выпадет какой-нибудь персонажик, новый скин какой-нибудь. А голова-то выпала. А вот что-нибудь интересненького было бы, хотелось бы. Ну ладно, посмотрим. Так, главное мне хотя бы деньги собрать, потому что, ребята, мне ролейку нужно прокачивать. Ролейку. Даже мне баги пока нет времени прокачивать ее. Нужно прокачать ролейку. Опа! Первая опасность была. Башкой можно было стукнуться только в путь. Да. Стоит гаджет у меня на колесах. При приземлении выделяет энергию какую-то и быстрее едет. Так, ну это вы, конечно, сами знаете. Каждый гаджет, как он, чего называется или не называется, может, и не знаете. Будете знать. Ну, я смотрю, как бы, да, хороший, неплохой. Ну, и сама баги у меня более-менее прокачанная тачка. Так, третий сундук всего лишь. Как медленно, а? Так, получается, 1,5 километра я проехал. Еще осталось до рекорда 4 километра. Посмотрим, получится мне сделать рекорд или нет. Икс. О, прикольно, когда приземляется она. Еще сильнее ускоряется. Хотя эти колеса можно и улучшить. Они вообще будут бешеные. Так, едем. Так, приземляемся. Во, видишь, как прям неплохо так ускорение дают. Вообще классно. Вау! О, вообще классненько ускоряется. Прям гаджет хороший, но здесь мне не получилось это сделать. Ну ладно. Здесь, видишь, на снегу бонус получился бы у меня на других. На колесиках вот этих. Защитой. Опачки! Тихо. Тихо. Аккуратней, то есть. Здесь спешить не надо. Более бензин рядом. Бензин берем. Продолжаем движение. Десятый уровень сундучка. Чтобы... Ох ты, монетки мы не взяли. Давай. Все, начинаются всякие препятствия в виде натянутых бревен, через которые нам нужно будет проехать. Так, 6 уровня сундук. Мало. Нужно 10-го. Или лучше 11-го. За 11-й точно будет какая-нибудь одежда новая или персонажик или что другое. Голова, да, правильно говорить? Новая. О, ускоритель. Классная штука.
Так, смотри, я сюда на лихаче проезжал, нифига себе, далеко. О, лихач у меня вообще не прокачанный. Давай, 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 давай. О, поднялись. Баги вообще офигенски забирается на высокие горы. Вот она умеет баги так делать. Запросто. Опа! Чуть не перевернулись. Так, вот оно, бревно. Бревно вот это вот вонючее. Через которое мы постоянно... А, улетаем. Не, нормально. Так, ну, первое бревно не такое сложное, вот как второе, третье будет. О! А вот сейчас сложно. А у нас уже седьмой. Седьмого уровня сундучок. Хотелось бы уже десятого. Ну ладно. Сейчас посмотрим. 50 тысяч есть уже. Вот, пошло это бревно. Здесь уже... А, не, нормально, нормально. Так, разгоняемся. Хорош, хорош, хорош. Так, великий спуск, да? А, нет, пока не великий спуск. Тут есть великий спуск, просто на просто спускаешься, спускаешься, спускаешься. Вниз. Опа! Заехали. Все нормально. Так, восьмого уровня сундучочек. Сундучок. Еще три сундука. О, нет, нет, нет. Да ё-моё, ребята, я засмотрелся. Я вообще почему-то смотрел. В сторону. И, короче, так вот так получилось, что врезался. 4200 монет дали. Спасибо. И еще раз я посмотрю видео. Какой-нибудь еще немножко дадут денег. Я думаю, 1003, может быть, 2500. Так, ну что, дальше мы, ребятушки, собираем с вами на какую... О, ты! Здесь вот, получается, у нас такая машинка будет офигенская. Так, ладно. Дальше мы идем собирать на скелет, на внешность. Так, вступаем. У меня последний билетик есть. Поехали. Ага, будем на багги ездить. Может быть, на багги быстрее получится, чем на ролейке. Вот багги у меня хорошо поднимается в гору всегда. Лучше, чем ролейка. Но медленно, конечно. Чуть зомбари меня не съели. Ладно, посмотрим, как багги справятся сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай, быстрее, багги, давай. Прям молодец она, хорошо поднимается в горы. Прям-таки быстро. Вот еще немножко, и мы в домике. 250 метров добавилось. Вау-вау-вау. Вот это багги у меня, оказывается. Красавец автомобильчик. А я про него плохо высказывался. А он, оказывается, еще ничего. Даже таки. Даже... Ай, нет. Вцепились меня. Ах ты, зомбари меня. Вцепились меня. А что ты будешь делать-то? Давай, давай, багги. Ну... У тебя же есть мощность. У тебя мощи хоть отбавляй, давай. Поехали, поехали, поехали. Есть. Опа. Смотри, как сложно здесь было. Алло. Не финишировал. Я теперь знаю, что там подстава. Я сейчас буду туда ехать. Аккуратно. Я туда заеду обязательно. Да? Заеду. Если меня зомбари не словят. Так, вот в этом месте. Блин, все. Поймали меня. Ладно, у нас еще одна попытка есть. 36 секунд. 36 секунд. Я успею. Да, успею. Даже не переживаю по этому поводу. Наверное. Ну давай, пожалуйста. Во. Так, этого чувака споймали. Спокойно причем. И все, мы легко просто так заехали. 11 секунд остается у нас. Так. Так, 5. Вот, блин, если не эти секунды, ребята. 734 метра. Смотрим.
На 19 месте. Правда? На 19 месте. Ага, а что так мало места вообще всего? Сколько? 63. Блин, вообще капец. Копеечка.